именно нас услышали для того, чтобы все-таки они внесли. Это неправда, это только одна фикция. Поэтому я очень возмущена. Да. Зоозащитная среда, она неоднородна. Да, разные люди где-то, как говорится, может быть, приоритеты расставляют разные. Но цель у нас одна. Цель спасти, защитить, вылечить бездомных животных. Я понимаю, что наша власть не готова, она не хочет делать приюты, она не хочет бороться с догхантерами. Это к полиции, а это к программе. А вы не можете... Да.